Из-за чего именно водитель Форда не смог вовремя остановиться, так и осталось непонятным. Предположение есть у инспекторов и водителя грузовика. Судя по маркировке на стеклах, автомобиль совсем новый, и если он у владельца первый, то ему могло элементарно не хватить навыков вождения. Я в зеркало смотрю, вижу его. Я останавливаюсь, он в это время поворачивается, я не знаю как, и улетаю ему туда. Пока я вот остановился, он уже выяснил. Он уже там торчал. Да. Самому пострадавшему рассказать, из-за чего, собственно, все произошло, не позволило состояние. В результате удара о столб он получил тяжелую закрытую травму живота. Удар получился сильным. Правой передней частью автомобиль ударился вот об этот металлический столб. Вообще металлические мачты освещения изначально появились в Европе. Там их смысл в том, что тонкостенная конструкция, сминаясь, гасит энергию удара и мягко останавливает автомобиль. Человек при этом практически не получает травм. У нас же смысл их иной. Они, наоборот, отличаются повышенной прочностью. Что хорошо для столба, но, как оказывается, плохо для водителя. Мне он вообще, он как бы побледнел, бледный сидел, скорую, тут ребята, свидетели были, скорую вызвали, скорая его забрала. Он ничего не говорил, ничего не объяснил. Впрочем, объяснения не смогут как-то помочь в юридическом плане водителю Форда. Формально он наверняка будет признан виновным в случившемся.